Всем здравствуйте, меня зовут Лена. Я с вами сейчас просто потанцую. Это разбор хореографии. Вы можете просто со мной подвигаться, а потом разберетесь, что к чему относится и как это выглядит под музыку. Это могут быть кроссовки, могут быть каблуки, не суть важно. Просто повторяем движения, а потом попозже я вам их поставлю на музыку. Момента. Шаг, когда вы приставляете ногу, вы подбиваете ногу, да? Не вот так, а подставили, убрали. Это первое. Второе. Биты. Не работайте локтями. Как кури. Бум-бум. Да, работайте, старайтесь вот здесь, грудным отделом. Бум-бум. Это мы стараемся делать. Всего хореография. Пум-пум-пум. Шаг. Раз, два, три. Волна. У кого с волной плохо, просто пробуем что-то подобное. Если все круто, то это грудь. Если тяжеловато, все, что шевелится, все шевелим. Два бита. Старайтесь работать не локтями, а грудью. Бум. И приставной. Вот, и потом расскажите мне, удобно ли заниматься, когда я не разговариваю? Удобно ли заниматься просто движение подряд? Или неудобно? Расскажите потом мне. I'm just a dancer, looking for a partner, someone who knows.
реальный темп. Чутка 10 минут потряслись, потанцевали. Будут еще уроки, сейчас сделаю. И расскажите мне, как вам удобнее воспринимать хореографию. Без болтовни и все подряд. Или нужно объяснять словами, как вам лучше, как вы запоминаете. Ну и подача у этой хореографии немножко тестостероновая, поэтому нужно немного преобразить. Можно через одежду, можно через подачу. Чуть-чуть женственность преобразить немножечко в более такую кочевую, чутка агрессивную подачу. Наглую, уверенную. Вот. До встречи на новых уроках. Ну и расскажите мне, как вам было удобней. А я сниму продолжение.